Привет, ребят. Сегодня покажем наконец-то уборку территории, обещанную. Ну, попробуем максимально это все показать, что успел снять, отмонтировать. И покажем ремонт или как доделку нашей кухни. То есть мы повесили шкафы, мы облагородили стену, сделали красоту неописуемую. Возможно, еще успею сегодня сделать подоконник. В принципе, это все покажем. Сегодня у нас 25.11. Вот такая у нас зима, ребят. Как видите, нифига не холодно. Ну, плюсовая температура, по-любому, не знаю сколько. Ладно, ребят, поехали. Смотреть выше названное. Ну что, ребят, в принципе, вот этот кусочек, отрезок, коридорчик убрал. Его останется подмести. Ну, подмести — это последняя очередь, сразу все заодно. Сейчас убираем дальше. Ребят, доски по над забором соседским, ну, убирать, наверное, не буду. Просто сложу поаккуратней. Ввиду того, что просто не знаю, куда их убирать. Пока так, просто аккуратизируем их. Короче, ребят, миссия выполнена. В принципе, прибрали. Сейчас покажу, что у нас получилось. Ну, конечно, не совсем до евроремонтов, но стало гораздо лучше. Сейчас покажу. Это у нас, ребят, большей частью мусор. Мусорка приедет, выкинется туда. Хорошие доски переберутся, останутся. Ну вот, в принципе, и все. Ребят, сейчас самое страшное, будем вот эти подставки вынимать. Возможно, получится контент. Все это рухнет. Подожди, Ир. Почему? Подожди. Ну, сейчас я поставлю камеру, будем снимать. А зачем? Я вытаскиваю уже все. Оно ж не так просто вынуться, оно зажато, да, или нет? Я так не думаю. Сейчас посыпятся вот эти все доски. Что посыпется? Я придерживаю руками. Контент. Не получился? Ага. Что там, ага? Прям такое на рассказываешь. На, контент твой. Не сошлось. Ребят, ну контент чуть-чуть не получился. Шкафчик устоял. Да его, смерть. Может, там не прятаться там. Да, котиков можно сажать. Надо по-любому уже будет. Мы, ребят, хотели тут вытяжку, ну, как в дальнейшем, в другой кухне. То есть шкаф этот по-любому придется делать уже. Это как пока. Ну, меньше по размеру. Меньше, да. Наверное, не 40-й, может, 60-й. Теперь, ребят, надо попробовать прикрутить нашу славную, добрую фанерку. Аллилуйя, аллилуйя. Сейчас попробуем. Накрутим доски, к которым будем прикручивать эту фанерку. И в добрый путь. Так просто, знаешь, как вариант. То есть, если у нас будет, ну, как бы, в смысле, баблишка, вот мы насобирали, к примеру, там, выбрали цвет этот, да, ну, мы можем даже там один день потратить, ну, как бы, цвет поехать выбрать, ну, то есть, то, что нам нравится, да, ну, как бы, удавая, не удавая, да, съездить в Ставрополь.
с Лёшкой договориться, как бы, и он на своей машине, да, привезет нам все это самое. Ты потом распилишь так, как тебе надо. А ему зачем везти его? Это ж мотор. Ну, какая разница, уже свой материал таскает. Ну какая ему разница, что еще одну лишнюю столешницу привезти? Не, ну если он не полный ездит, да, ну может он забивает. Значит. Ну прям совсем полный он не ездит никогда. И вообще, по идее, я же тебе говорю, если оно будет закруленное, то оно может и здесь заканчиваться. Просто единственное, что вот как ты говоришь, что вот эту часть нижнюю сделать широкую, а вверх пошла вот так вот, ну как бы узкая, чтобы за ней, то есть можно было что-то поставить, то, ну как комбайн, да, убить. Да. Сидя у окна. Сидя у окна. С этим не поспоришь. Вещи жестче. Серьезнее, я сказал. Да. У вас ширинка расстегнута. А вы снимаете, где надо. Что ты в ширинку? Ёмкий. Ну как оператор, блин. Пресс, желтую прессу. Ты? Ну, уголок беленький. Ты наверное. Или этот? Его хватит. Это что он расплавится такой? Да он и пластмассовый расплавится, мне кажется. Ну, по-хорошему, конечно, алюминиевый, но это дорого, а поэтому сюда не совсем приемлемо. Можно, в принципе, вот так вот не в полоску, знаешь, выпилить еще, ну, как поверх наложить. Наложить? Трешку. Но мы же его слепили из того, что было. Ну да, да. Так я думаю, может имеет смысл тогда, знаешь, смотри, аж этот вверху, мол, этот галтеля широкая, может вниз опустить? Примеряй. Ну. Драгоценный металл. Так, тут мы приходим под галтелю. Чтобы она шурупчик перекрыла. Ты хотел сказать, закрутим. Левшов закрутим. Белой краской или корректором придется эту прятать как головку. Шляпку. Как ее зовут? Не, в дырочку не попаду. Как кисточка? Она темная. Не попадет. Андрюш, она кисточка уже такая замусканная, да. Замуськанная уже. Так, так, надави прямо. Где эту ватяную? Ну не снимай так близко меня, ватяную палочку принеси. Ватяную? Ну, ушную. А где я возьму? В ванной на полочке на верхней. 49. Столам лазить, да? Тайра, на барсиков. Да, шерстью дружу. Да. Ну, просто надо новый кусок вырезать и сделать. Андрюша, оно не режется, оно сильно длинная полоска. Ну, тут же у тебя получилось. Получилось, но оно вниз. Или, в принципе, можно просто закрасить корректором, чтобы там белое было. Тут шкаф пришлось распилить по полной. То есть тут газовая труба проходит. И аромагедец получается. Ну, только вот эту дырочку не надо было, ребят. Труба-то вот тут заходит. И как по вечерам, дружно мы тупили. Ну, уже шиза чуть-чуть пойдет. Там все равно не видно вверху, в принципе. И это временное изделие, скажем так, надеемся.
Жопа. Андрюша, ну где-то тут были. Ну как-то давай ускоряйся. Куда ты идешь? Я делал, ну ты же говорила за столом со всего. Я шурупы твои не трогала. Ты издеваешься? Ну она на шкафу лежала. На каком? На вот этом. А вот он, на блюдечке. Ребят, вот такая кухня у нас получилась, но в итоге, как бы это временная, конечно, экспозиция, или как правильно сказать. Сейчас покажем более детально, несколько ближе и чуть-чуть расскажем. Ребят, вот тут должен быть типа плинтус уголок. Пока не сделали, не знаю, будем ли делать. Простой плинтус, который на полы поплавится, алюминиевый дорогой, поэтому ну, пока останется так. Точно так же надо сделать и там, ну, по-хорошему. Здесь у нас облагорожен ну, простой пластиковый уголок, сюда уголок, сюда уголок. И получилось счастье. Держится на шурупах, прям швы, и закрашены простым корректором. Также простой уголок, чуть-чуть облагорожен. Соответственно, фанеры у нас этой не хватило. Ну, чего хватило. В общем, ребят, такая кухня получилась. Да, кстати, подоконник успел чуть-чуть воткнуть. Надо будет его еще замазать, подмазать. Будет счастье. Ну, уже как бы чуть повеселее. В принципе, с этим у нас все. Пока. Потом сделаем новую, красивую, пушистую, классную кухню. Вопрос в том, как ее сделать. Но еще раз размышляем. Думаем, тут угловая часть. Это в пенале будет спрятано. Тут кухня будет длиннее, чуть-чуть такой загибчик сделаем, она вытянется дальше. И самое главное, ребят, хотим на потолке сделать вот эту точечную подсветку, ну, сильно темная кухня. Это у нас гипсокартон, вопрос в том, как там провода протаскивать. Ну, подумаем, коронкой дырочки вырежем для лампочек, потом как-то это все надо будет протащить. Скорее всего, будем делать это все с помощью проволоки. Проволоки ну, как протолкнем, она жесткая, к ней привяжем провод и протащим. Надо будет сделать, потому что рецептики, кухонные вопросы, все это надо будет показывать, снимать. В принципе, и все. Всем пока, ребят. Счастья, здоровья, успеха в личной жизни. Всем пока. Спасибо, что смотрите нас. Ставьте лайки, оценивайте, подписывайтесь. Не забывайте ставить колокольчик, жать, чтобы не пропустить следующее видео. Тогда, именно тогда и только тогда вам будет приходить оповещение. Пока!